полевая кухня, да? Да, вот та самая. Полевой лагерь, собственно. Да, вот полевая кухня, вот здесь ребятки кушают у нас. Вот, собственно, их как вот умываться, там душ есть, вот сушка для вещей, палатки общие, ребятки. Чем кормишь? Чем ребят кормишь? Сегодня борщ у нас. Сегодня у нас борщ. Это на обед, да, получается? Да, да. То есть да. Завтрак, обед и ужин, на обед конечно, обязательно конечно, горячее. Конечно. А, что, чем на ужин будешь радовать? Ну, я думаю, каша полевая будет. Это самое вкусное? Да, да, да. Это, как я понимаю, полевой, полевой госпиталь. Военно-полевой, да, госпиталь. Для оказания первой необходимой помощи нашим бойцам в случае неотложной помощи. Время наших мероприятий под эгидой Союза добровольцев Донбасса. Смотрю, укомплектованы хорошо, да? Да. Готовы к любым обстоятельствам. Первой неотложной помощи хирургической и терапевтической помощи. Если у нас бойцы поступают на соревнования в массе своей здоровой и так далее, но по мере, скажем так, нахождения здесь возникают определенные нюансы, поэтому мы по мере необходимости решаем их оперативно и возвращаем бойцов в строй. Но готовы к серьезным задачам? Конечно. У нас полностью укомплектовано на все случаи жизни, скажем так, у нас все есть. Это, как я понимаю, полевая церковь, да? Ну, это что-то типа часовни, да. Полевая часовня, да? А как далеко уходит корнями эта традиция? Вот, если взять воинские уставы Петра I, ну, одни из первых уставов воинских, то одним из первых пунктов была подготовка, вот именно обучение закону Божьему, молитве и так далее. Перед каждым боем, перед каждым походом всегда воины молились, исповедовались, причащались. И поэтому нужно возрождать не просто традицию, а вот именно то, чем жила Русь, чем жили русские воины и за счет чего мы одерживали всегда победы, это покаяние, это примирение с Богом, уже с Богом решение всех задач, как житейских, так и военных.